2021 год был объявлен годом благоустройства. И как вы все знаете, сейчас проходит онлайн-голосование по улучшению комфортной городской среды. С нашего города участвуют два проекта. Это Парк Победы и благоустройство озера Сайсар и сквера Матери. И мы, как Совет молодежи Сайсарского округа, призываем вас голосовать за благоустройство озера Сайсар и сквера Матери. Переходите на сайт 14.городсреда.ру и голосуйте за наш сквер и озеро. Что бы вы хотели видеть на площади Матери? Ну, я бы, наверное, хотела видеть детскую площадку, поскольку тут очень часто гуляет много маленьких детей, и потому что тут либо надо приходить на пикник можно, или же кататься на велике. Но вот можно, чтобы просто погулять детскую площадку. Что бы вы хотели видеть на территории площади Матери? Я бы хотел видеть фудкорты, новые дорожки, поменьше мусор. Что бы вы хотели видеть на площади Матери? Площадку. Скейт-парк. Что бы вы хотели видеть на площади Матери? На сквер Матери мы хотим видеть, что оно тут бабушки ходят по утрам на скандинавскую ходьбу, и можно делать мягкую дорожку или концертную площадку, чтобы пели наши звезды. Сквер Матери. Ичугэй. В основном. Миманна постоянно с Канди Хамовым Хасырдай. Кыны Быга Хамовым это дағаныда. Постоянно Харын Курделлер. Инеганан бо плитанан Хамарга Джахай Халтарха. Олегене. Мана сидя читаре, сидя с хамаче, с канди хамарки, а чан хала. Барабенен мухнан сидялар. Оно хадара карин дипинитен берилдер ботаволлар. Мана ки шейдик тирагарен хаму это. Ити би. Вонна урку дилларга мана сибекки шейба хибекки лар доллар это. Блин, товары ходят, атлар до ходят, кто? Мелидиллер, Баглах. Что бы вы хотели видеть на площади Матери? Ну, я думаю, что на площади Матери можно было бы открыть фонтан, я думаю. Если вы хотите увидеть на территории Сайсарского округа скейт-парк, велодорожку, общественное пространство и концертную площадку, то зайди на сайт 14.городсреда.ру и отдай свой голос. Обязательно проголосуй, нам очень важен твой голос.